И снова всем привет, ребят. Снова очередные посылочки из Китая. Просто для спортивного интереса. Думаю, чтобы вы увидели, что у нас есть. Чтобы приходила такая посылочка с ирбизами. Я так думаю, что все слышали. Особенно у кого оказались дома дети. То в принципе, чтобы вы увидели. Одну секунду, я камеру немножко поправлю. Так, сюда аккуратненько все упаковано. За что китайцу отдельный плюс идет от меня. И попытаемся вскрыть упаковочку аккуратнее и показать, ну, в принципе, как упаковано и что из себя представляют такие штучки. Что, думаю, что есть люди, кто знает, а есть кто нет. Это, ребята, такие упаковки и шариками идет. Вот, чтобы вы увидели, специально купляли, что упаковка идет еще полкилограмма. Опускаете их, ну, в воду, и за сутки из такого становится где-то в такой. Но штука очень интересная, потому что в принципе купляется, ну, или для детей, или для, ну, декора. Оказалось, что смотрится и красиво, ну, и стильно, и в перспективе, ну, что и не воняет, что в принципе. Это самое главное. Ну и естественно, за компанию еще посылочка. Чтобы вы увидели, что куча в чем прикол. У нас у Крепочта все перестало взагали показывать куча движения. И, честно говоря, куча для меня посылочка с этим телефоном оказалась, ну, полным сюрпризом. И специально куча из-за этого я, ну, что делаю такое видео, ребят. Открываем его. Так, давайте я попробую аккуратнее, что жалко пупырышки испортить, что в принципе, ну, что классная штука в перспективе для телефона. Так, смотрите, ну, что в чем плюс, 4x идет, чтобы вы увидели, что пишется оперативка, память, что в китайцы, что вкинули в комплект чехла мне, что в принципе за пятерочкой переходничок идет. И что у нас есть, что пишется 4x, ребят, я так думаю, что все уже их видели, но в любом случае, Snapdragon 435, ну, типа, камера 13.5, экранчик 5-дюймовый идет, Android 6, если не ошибаюсь, и аккумулятор 404 000. Открываем его, что, в принципе, знаете, я говорю, это видео, ну, что делается вот так, за компанию, что просто, что все на Украине все классно у нас, и оказалось, что, ну, и Xiaomi пускают, и все тихо и спокойно. Что, ребят, черненький, я так думаю, что самый и красивый, и стильный из них идет. Что оказалось, ну, типа, и покрытие шикарнейшее, сканер идет, и камера, что вспышечка, что включение, что громкость. Микрофон инфракрасный 3.5 джек, сим-карты, динамики, типа 2 и USB. Но я так думаю, что все в курсе, но за компанию, ну, что, в принципе, ну, включу телефона, чтобы вы, ну, вживую все увидели. Есть у нас инструкция с китайским, что пишется за сим-карты идет. Я так думаю, что все, ну, куча стыкались уже, и здесь останавливаться, окажется, вот неинтересно. Стандартный оказался куча USB у нас. Скрепочка и питание идет одну секунду. За компанию испытания, кажется, куча для камеры, что у нас здесь будет. Ну, что пишется, ребята, официально, ну, 2 ампера. Что питание, вот так, я не знаю, автофокус, ну, что включится или нет, вот здесь, что есть, что питание. И пока в телефон, что включается, что в принципе, чтобы вы увидели, ну, что включился сразу. Давайте специально включу для вас. И с языками у нас есть, ну, из упаковки все полностью. И смотрите, чтобы интересно, вдруг будет и такой, ну, и русский, и украинский, и болгарский есть, и белорусский. Ну, короче, все полностью есть языки. Тут это 100% им плюс. Ищем, откуда мы. Украина, где там? РСТУ должно быть. Ой, Украина есть, что включили. И вперед. Ждем, что включилось, думает. Снова ждем, пока включается, чуть-чуть покручу его, поверчу. Но телефон, вот, ребят, ну, действительно, ну, сделали и компактную, и удобную, ну, форму. Вот у меня оказался в руках еще за компанию телефон от компании, ну, типа, Blue Bow.
и чтобы вы увидели вот так просто, как они отличаются. Так, одну секунду, что включу интернет сначала, что вдруг у нас будет обновление сразу. Что, знаете, вот я, если честно, удивился, что к телефону, ну, официальной, ну, куча глобалки, вот, ну, куча не существует, а почему-то стабильно приходит обновление. Сохранить. Так, еще раз попробуем. Аутентификация. Так, или я в чем-то лоханулся. Извините, если что не так. Попробуем так. Я так понял, что я, наверное, путал свой код. Так, согласен. Совсем сим-карты упускаем. Упускаем, ребят. Я думаю, неинтересно. Аккаунт тем более упускаем. Упускаем и мой аккаунт. Ну, в чем прикол, что я сколько, ну, сейчас пытался сделать его сканер, я так думаю, что не актуально его включать абсолютно, что все и так, ну, в курсе, что, скажем, ну, куча у Xiaomi, что сделано все на ура и лучше, ну, сканера, ну, куча, чем у них, то я не стыкался и реально, ну, куча, рекомендую вот именно к покупке, скажем так, вот, ну, куча, вот если вы используете, ну, телефон, ну, куча, для звонков, интернета, чуть-чуть, куча, пофоткаться и, ну, куча, и поиграть иногда, ну, куча, в игрушки, что в принципе, типа, и с двумя оперативки и 16, куча, вполне комфортно для использования, и телефон, ну, куча, действительно в ту стоимость окупает. Вот смотрите, ребят, за компанию, ну, куча, с Blue Boy идет. Толщина, что здесь аккумулятор 4000, здесь официально, ну, что писа 2600, но в действительности оказался, ну, куча, 2200. Это так, скажем, для информации, что толщина, дизайн, что включится или нет. Это чтобы вы увидели, вот, допустим, я сейчас я включу экран, и какой-то, чтобы темнее чуть-чуть был, чтобы вы увидели вообще сам экран. Вот, есть. Оставляем его и ждем, что включился. Я так думаю, что вдруг окажется кому-то интересным. Ну и... Так, еще, пока еще думает. Что видите, ну, что с яркостью, что в принципе все у нас и комфортно, и хорошо. Но я единственное, чего жду, чтобы показать, ну, какая здесь куча прошивка идет, ну, что вдруг вообще изменилось что-нибудь с тех пор, как я уже их куплял, что, в принципе, я, ну, куча и золотой покупал, и черненьких уже штуки в 4, что, в принципе, вот я не пишу, ну, куча, все видео, но просто, знаете, ну, изменилась у нас, ну, ситуация, ну, типа, со всеми вирусами, что, типа, взломали Укрпочту, и теперь, куча, оказалось, что у нас, ну, типа, со слеживанием посылок чуть-чуть ситуация, ну, куча, все плохо. Так что, чтобы вы увидели, я говорю, куча, для меня оказался телефон, ну, куча, полным сюрпризом. Так, еще включается. И что я, естественно, я хотел, чтобы вы увидели и для себя. Что у нас пишется система. Что, ребят, я так думаю, что вдруг кому-то будет интересно, что видите, что пишется и глобально, и стабильно. Но я, конечно, думаю, что это все-таки, ну, куча, вьетнамская какая-то идет. Но... что все, кто, ну, куча, купили в такой телефон, оказались все и счастливы, и довольны. И, ну, я так думаю, что, куча, это самое главное. Шикарный аккумулятор и камера, экранчик, компактный, и, куча, легенький и удобный. Их покупки, ну, куча, рекомендую. Если вдруг все интересно будет, ссылка внизу в описании будет. Вот и все, ребят. Всем спасибо. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пока.